Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на серии Amazing Roleplay. Итак, чуваки, позже, я думаю, все поняли, и так далее. Бета-тест, пацаны, я снимаю сразу после предыдущей серии, потому что мне реально стало интересно, сколько же едет эта тачка, давайте ее покупаем, все. Она стоит, сколько она стоила, 4,5 миллиона, по-моему, или сколько, я просто не увидел. Я чуть бабок заработал, у меня еще в банке лежит ляма. Поэтому я думаю, нам хватит, в принципе, денег. И мы едем забирать наш БМВ с квартиры. Надо еще заехать, будет бабки снять. Хотя, думаю, этих 300 тысяч хватит, в принципе, на тюнинг БМВ. Мне реально интересно, сколько же она едет в полном тюнинге. Мне вот это реально интересно, сколько же она едет. Так, у меня тачка сломалась. Тут ремка есть, чтобы я... Так, ремка. Да, походу, здесь работает. Все, сейчас ремку купим. Заодно и бабосы сниму, так. Можно банкомат, ёпта? Банкомат. Банкоматы здесь не работают, да? Чё? В натуре не работают просто. Да, они не работают здесь. Ну ладно, похрен. Покупаем инструменты. Все, я купил инструменты. Так, чувак, выходи давай. Так, чуваки, вот я БМВ забрал, короче. Погнали, заберем ее. Точнее, забрать будем, довезешь до Бусаева. Сори, я в тюнинг. Я в тюнинг, давайте напишем. Так, заезжаем в тюнинг, короче. Сейчас протюним нашу машину, давайте съедем, чтобы никому не мешать. Так, пишем тюн. Вот, ускорение, давайте, раз, два и три. А, нет, два раза только можно. А чё два раза, блин? Чё так мало? Так, новые работы. Служба в армии. Так, покраска. И давайте гидравлику поставим. И азот. Снимаешь? Да, чувак, я снимаю. Все, выезжаем, в принципе. Сейчас посмотрим, сколько она валит. Сколько и как она валит. Мне реально интересно. Давайте поедем в эту сторону. Сейчас посмотрим, сколько она едет, в принципе, километров. Мне реально вот интересно. Просто сколько она валит. Пацаны, ускорение очень быстрое. Смотрите сами, на поворотах это прям пиздец. Смотрите, просто какое ускорение, блядь. Это пизда просто. Это просто пиздец. 200 километров она выжимает. Ёбаный хуй. Вот это она валит жестко просто, пацаны. Ебать! Ух ты, блядь! Вот это было жестко. Блядь, она. Я выжил у нее 196, почти 200 км, пацаны. Почти 200 км, блядь. Ебать! Блядь, вот это будет топовая тачка. Блин, жалко, мне аккаунт реально забанили. Бля, я бы ее затюнил бы, отвечаю, сука. Вот это она будет ебашить, пацаны. Смотрите, как она боком просто, как. Бля. Просто реально, вот этот тюнинг охуенный, пацаны. Почти 200 тулит, блядь. Это пиздос просто, это пиздос. Реально. Пацаны, это просто пизда. Просто видите, как она валит, блядь. Это пиздос просто, это реально просто пиздос. То есть два раза теперь надо нажимать, два раза тюнить, пацаны. Не три раза, я ошибся тогда. Два раза нажимайте. Ебать, скутерист, ты что творишь, блядь? Сука, я за тебя тачку сломал. Блин. Давайте, короче, перезайдем, еще раз прокатимся. Так, чуваки, я, короче, перезашел, спустили до полчаса, потому что я там видос монтировал. Ну да ладно. Короче, сейчас починим ее. Я ремку купил, я думаю, она починится, в принципе. Блять, обратно-то категория Б, да ебаный ты хуй. Че ты от меня хочешь, сука? Охуенно, пацаны, блять. Вот, даже не смог доехать, понимаете, блять, до автошколы. Потому что пиздец просто, это пиздец, реально. Это просто пиздец. Где я тебе ремку возьму, блядь, неинтересно. Вот где, блядь, я возьму ремку? Вот, блядь, где? Потому что 24/7, сука, нигде нема больше. Это пизда просто, это пиздец. Это невозможно не ездить. Это такая бешеная, блядь. Я еще с этой камерой, блядь, какая вертится, это полная пизда, пацаны. Не советую вам так ездить, потому что... Ну его нахуй, пацаны, ну его нахуй. Я вам серьезно говорю, тем более на БМВ, как едет 200, блядь, это пизда просто. Я по полю, нахуй, вот так, блядь, как спиннер, блядь, крутился, блядь, понимаете? На скорости 200. Так, чуваки, я, в принципе, сдал на права, можно сказать. Так, давайте сделаем вот так вот. И вот так вот. Все, погнали, посмотрим у нас, что там происходит. Я купил ремку, короче, типа на права начал ждать. Я не сдал на права, потому что, блядь, там дохуя людей, они пиздятся за тачку, я тут ждать не хотел, поэтому я
просто багом сейчас покатаюсь, и может потом сдам, когда людей мало будет. Так, забрать транспорт. Сейчас наши бэшки повалим просто, блядь. А такая бешеная, это пиздец просто. Такой пиздец, что прям пиздец полный, пацаны. Repair car просто пишем. Видите, тачка будет чиниться не сразу, блядь, а там надо будет ждать, пока она починится, видите? Секунд где-то 15, да? 10-15 секунд теперь надо будет ждать, пока тачка починится. Так, выезжаем на эту дорогу, блядь, ебнутую просто. Сейчас тапку в пол, блядь, и посмотрим, что будет. Правда, там впереди, по-моему... Ебать! Ебаный хуй! 194, пацаны, едем. Боком дал. Дал боком, пацаны. На скорости 179, ебать. Так, по тормозам даем. Тут еще одна бэха едет. Давайте сейчас пробуем наказать его. Это просто пиздец, он так люто едет, блин. Я реально в шоке. Блять, тормоз, аккуратно. Ух ты, блять, это, блять. Блин, просто я кайфую от этой тачки. Блин, я все хотел бы реально такую бэху. Если бы она так ебашила. Это просто что-то с чем-то. Как видите, заборчики поставили теперь. Обратно их вернули, блять. То убирает, то добавляет, блять. Сколько можно, нахуй. Ебать, я бачком тут валю. Блин, она так боком еще охуенно идет. Ебать. Ух ты, блядь. Пацаны, не, это пизда, конечно. Это полный пиздец. Ладно, чуваки, на этом будем заканчивать. Да, пацаны. Я чувствую, будет дохуя аварии, пацаны. И будет же износ машины, прикиньте. Ну, блядь, как на такой скорости можно не разъебаться? Я не понимаю. Ладно, на этом у меня все, чуваки. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.